За 100 дней до начала Паралимпийских зимних игр в Сочи в Московской области, как и по всей стране, проходят акции в поддержку нашей паралимпийской сборной. Мероприятие организуют под эгидой Олимпиады Сочи-2014. Одна из таких акций, приуроченная к декаде инвалидов, прошла и в Ленинском районе. Торжественном открытии второго этапа эстафеты «Россия вперед» собрались многочисленные гости. Спортивное событие эксклюзивного формата – важный шаг в поддержку паралимпийской сборной. Праздничный фестиваль – это своего рода рассказ о том, что такое паралимпийские игры, о том, кто в них участвует, как спортсмены тренируются и добиваются высоких результатов. Это очень важно принимать в этом участие и поддерживать паралимпийских спортсменов. Так как паралимпийские игры – спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья, в программе мероприятия – необычные мастер-классы. Их участники с удовольствием окунулись в атмосферу азарта и спортивной борьбы. Принципиально то, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали этих ограниченных возможностей в нормальном обществе. И мы в Ленинском районе стараемся сделать все возможное для того, чтобы наши жители Ленинского района, попавшие в трудную жизненную ситуацию, находили всегда понимание и поддержку. Главное – сделать первый шаг, а дальше внутренняя сила и спортивный дух помогут добиться успеха. В этом убедились и болельщики, которые с интересом наблюдали за паралимпийцами. Я вот посмотрела, люди, которые с ограниченными возможностями, они делают мастер-классы. Я за них очень сильно радуюсь, что они могут делать так же, как и те люди, которые не инвалиды. Все могут. В числе особых гостей праздника – паралимпийский чемпион Михаил Терентьев, который не представляет свою жизнь без паралимпийского движения и считает, что такой спорт очень важен. Бодрость духа, желание жить. Гражданскую позицию в обществе, помогать другим. Всех участников эстафеты наградили подарками с символикой «Сочи-2014». А в заключении мероприятия состоялся флешмоб в поддержку паралимпийской команды России, представители которой вдохновляют и восхищают нас через спорт. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».